Курганском районе стартовал муниципальный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Соревнуются в мастерстве 6 воспитателей из Филимонова, Большоурья, Шкаула, Сотникова и Чичиула. Первое конкурсное испытание очного этапа педагогическое мероприятие с детьми прошло в Анцирском детском саду. В финал конкурса выйдут 3 участника. Победитель будет представлять Канский район на краевом этапе конкурса. В Ражинской школе для детей прошло практическое занятие по дорожной безопасности. Специалисты передвижной лаборатории безопасности Краевого дворца пионеров и школьников оборудовали автогородок в спортивном зале школы. Школьники учились обходить препятствия на самокатах и велосипедах. На практике узнавали правила дорожного движения. В процессе игры учились безопасно вести себя на дороге. На очередном занятии Народного университета «Активное долголетие» сыграли в сказки. Темой встречи стала сказкотерапия, одно из популярных направлений психологии. Фишкой творческого занятия стала постановка сказки «Репка», в которой поучаствовали студенты Народного университета. Участники сказкотерапии разбирали сказочные сюжеты, вспоминали пословицы и поговорки, а на физминутке станцевали танец маленьких утят. Каждый из участников нарисовал свою сказочную страну и слепил из пластилина сказочного героя. В районном доме культуры «Современник Филимонова» прошла игровая программа «Семейная радуга». Любой семейный праздник способствует укреплению семейных отношений. Время, проведенное с семьей, бесценный подарок. Пошумели, поиграли, в общем, весело и активно провели семейный досуг. Встречи выпускников прошли в Большоуринской и Красномаяковской школах. Вспомнить школьные годы пришли выпускники разных лет. Отметим, что ранее встречи не могли провести из-за пандемии, а теперь, спустя 2 года, одноклассники разных лет воссоединились. Рубрика подготовлена по информации пресс-службы администрации Канского района.